О, истеричка приехала. Ну что, заснимаешь, что ли? Да. Ну чё? Да чё, чё, тут что-то с проводами вообще намудрено. Вообще, вот смотри, у меня уже руки все вообще просто черные, вообще невозможно. Я уже просто, меня уже бесит, просто бесит. Ну, я могу сказать, мы что сегодня, по серьёзке или как бы мне за Котофеем идти? Не, ну, серьезно. По-серьёзному? Конечно. Надо сегодня завести его. Будем заводить гелик, да? Конечно. Сколько у нас есть времени? Минут 20? Не-не-не, 20 минут. Все это хрень разбирать. Я вообще, Тони, я по-прежнему как бы очень сильно негативно отношусь к тому, что... Что ж, я тут видишь, у меня тут везде куча проводов уже отрезанных валяется. Я уже просто тут миллион проводов отрезал. Что ты истеришь? Ты видишь, я на аккумуляторе стою. Я заряжаюсь уже энергией. Ты маленький, ты просто маленький. Сейчас будем по сравнению с Геленвагеном. У тебя есть перчатка? Я понял, ладно. Короче, сейчас, в общем, ищи мне перчатки. Вот, видишь, у меня перчатки. Насрать, я электрик. Короче, ищи перчатки, сейчас будем ковыряться, пробовать заводить Гелендваген с мотором от BMW V12. Я не хочу этого делать по-прежнему, парни, вообще не хочу. Честно. Без перчаток заведешь. Но провода-то чистые, посмотри на них, что, они ты не испачкаешь. Не трогай, все, сломаешь, все, короче, давай. Давай, сейчас будем что-то делать. Давай. Давай. Стоп. Подожди, вот объясни мне, а зачем вообще вот здесь вот провода-то, ну, были оторваны, не понимаю. Он менял разъемы. Зачем? На что он их менял? На разъемы. Ну, я реально не понимаю, как бы. Ну просто, ну это. Ну они типа новые. Ну просто харкнуть можно, как бы, в лицо. Где новые? Не, ну теперь ты видишь, тут как бы, ну. Зелененький, да. Все красиво. Да, все. Ну, масло костров. Никогда не лейте в двигатель. Крути давай! Скрутки. Нет. Не поможет все. Чё-то ковыряет. Короче, парни, значит, прошло полтора часа. Вот, сейчас будем пробовать заводить Гелендваген. Не ломай, подожди. Что было сделано? Значит, я не знаю, кто до этого пытался заводить этот автомобиль, но с ним была какая-то беда. Если видите, здесь вот ребята, которые до нас это делали, вырвали вот все провода. Тут есть два датчика. Поскольку это мотор 12-цилиндровый, а 12-цилиндровый мотор BMW-шники изобрели следующим образом. Они просто соединили два 6-цилиндровых мотора, поэтому вот там вот находится два блока управления, и, соответственно, каждый блок управления на свою бошку. Такая система Motronic. Ну так вот, здесь два датчика коленвала и два датчика искры. Вот он один. Вот он здесь вот второй. Ну тут не видно, не буду свет включать, чтобы не запариваться. Хотя нет, пофиг, включу, чтобы показать. Вон там вот прячется один датчик коленвала, и вон чуть ниже второй датчик коленвала. Здесь вот датчик искры, он на проводе. Так смысл в чем? Вот эти вот все вот четыре разъема были каким-то образом очень дико перепутаны, и как бы не было искры на правой голове. Далее. Кто вообще вот это вот ковырял, тоже отдельная история, потому что вот здесь вот на этой катушке зажигания провода были перепутаны. Перепутаны местами, потому что дикая дикость. Ой. Далее. Ну, в косах я уже не говорю про короткие замыкания после ударов и прочей фигни. Сейчас вот эту всю историю... Бенда, да. Ну, лишние провода выкидывай. Вот. Что я говорил? В косах там куча коротких замыканий. Здесь вот какие-то вообще вот нетиповые скрутони. Не вырывай лишнего, подожди, сейчас пока не, мы же не знаем, что это означает. Так, это мы все воссоздали, то есть все по схеме, теоретически все должно работать. Далее, короче, померили давление топлива. Вот, давление топлива осталось. Выкрутили свечи. Не стали уж это показывать, потому что все были в говне. Свечи тоже были все безумно засраны. Вот. И что-то я уже подустал, братиш, сегодня. Да? Немножко, да. Я, наверное, чумазый вообще, да? Слушай, да ну так, нет, сейчас, подожди, вот так-то красивее. Слушай, как ты думаешь, она заведется? Должна. Ладно. Так, все, давай, я подожди. Дай зажигание. Не, не надо.
Почему? Ну, она заведется сразу. Должна так делать. Дай зажигание. Так, сейчас я. Так, что у нас тут есть? А. Да ладно. Слушай, что-то с приборкой какая-то беда, ладно, бог с ним. Что? Подожди, ладно, бог с ним, бог с ним. Да ладно. Вообще, я запарился, типа, я хотел, думаю, о, селфи-камера, да, понятно. Так, завелось. Сейчас главное, чтобы провода вот здесь наши скрутки не коротнули. Братиш, давай этот самый. Я думаю, надо ее сейчас заглушить, уже доделать все и уже потом. Так, у нас антифриз потек. Здесь бачок стоял, здесь расширительный. Бачок стоял, да. Да, надо чпокнуть. Короче, значит, парни, сейчас мы ее заглушим. Вот, сейчас мы ее заглушим, сейчас по-человечески здесь провода прикрутим. Вот, и заведем ее еще раз, чтобы работать. Слушай, подожди, а я хочу на выхлоп посмотреть. Как там вообще, что там, с чем он вообще идет, бензин или там антифриз или масло? Еще да, еще раз, тортани, пожалуйста. Ну, короче. Слушай, очень богато. Надо что-то откорректировать. Давай сейчас это самое. Сканер всосался же, да? Давай сейчас посмотрим, что как. Вообще, почему я вот этой фигней занимаюсь, а? Ты электрик или кто? Я завел гелик. Завел? Да. Заводит член за щеку, а двигатель запускаю. Все у вас, у электриков, заводится. Слышь? За углом посышь. Ты что истеришь-то? Давай я обратно датчики местами поменяю и поеду домой. Слышь, почему я должен вот эти вот провода соединять? Это твоя работа или моя работа? Почему? Кто из нас электрик? Чья тачка? Истеричка. Огонь! Пусть поработает. Вообще охуенно работает, да? Но он строит как бы. Мы просто не все свечи вывернули. Свечи, ну, 8 из 12. Ну да, да, да. Ребят, сегодня, к сожалению, получился коротенький видос, но главное, гелик завелся, мне пришлось уехать по делишкам, Тони сейчас собирает салон, обратно ставит торпеду, печку, ну так хотя бы, чтобы на нем можно было передвигаться, вот, докручивает проводку, чтобы он нормально заводился и работал. Основная проблема этого гелика оказалась в том, что в нем уже кто-то побывал. То есть после того, как Юра его собрал, за последние 2 года там побывало какое-то количество криворуких, да что там криворуких, рукожопых ремонтников, которые много чего собрали не так, много чего перепутали. Стоило сегодня все это воссоздать, как это, ну, как это должно быть на заводе BMW, мотор завелся. Да, он немножко потраил, попердывал, но на самом деле тачка долго стояла, и там в цилиндрах уже куча говнища. Вот, оно либо прогорит, как бы, либо мы, собственно говоря, вывернем все свечи поменяем. Вот, ну, короче, главный мотор работает, все хорошо. Подписываемся на канал, ставим лайки. Кому не интересно, не понравилось то, что мы делаем, ставим дизлайки и занимаемся тем, что вам нравится. Вот и все. Спасибо. Еще раз жалко, что сегодня получился коротенький видос. Правда, пришлось уехать, но гелик завелся. Будем продолжать приключения. Всем пока.